Созерцающая! Вперед! Выиграй мне! А, знаешь, что сегодня день стартовых реликвий босса? Погнали! Вообще... Гулять так гулять, чего? Товарищ капитан. Глаз змека, значит глаз змека. Я не против. Давайте глаз змека. Кто же будет спорить с замечательным глазом змека, который решил к нам зайти на огонек? Я всегда был за глаз змека. Всегда останусь за него. Особенно на первом этапе. О, ногой с разворота, погнали. Сейчас вин будет сразу. Глаз змека, автовин. Что тут скажешь? Я всегда говорил, что глаз змека имба. Сейчас все придут дорогие карты. А нам желательно только супер дорогие карты набирать. И брать сейчас урон. Потому что я хочу убить всех элиток. Мне нужны все элитки, мне нужны шкуры. Месть за дефекта, созерцающий, отомсти за своего брата дефекта. Они обидели его. Они украли нашу прелесть. Дай мне Рагнарёк. Рагнарёк, пожалуйста. Рагнарёка нету. Фулл колода Рагнарёков. Или альфа, бета, гамма можно. Рука нормальная штука. Да, это... К тому же, ну, для нас Рагнарёк становится мега-картой. Рагнарёк? Пост. Рагнарёка нету, есть пост. Поскольку у нас глаз змека, нам нужно первым делом удалять вот эти вот дурацкие удары из колоды. Потом все остальное. Потом мы можем подумать там над какими-то супер хитрыми маневрами и так далее и тому подобное. Пока что мы тупо будем удалять все удары. Ибо видеть их не хотим вообще. Ни один. Никогда. Можем мы его убить? Нет. Божественностью можем. Бронзовая шея. Врезать! Отлично. Я говорю. Либо туда, либо обратно. Либо у нас идет фулл. Наверное. Апгрейд наврезать лучше. Нам нужно было его убить, потому что мы получили апгрейд, считай. Мы могли проигнорить и не убивать его, но... Апгрейд наврезать слишком крут в начале игры. Он омега крут. А зельки, ну это такое. Зельки пришли, зельки ушли. Пофиг на них. Может, надо было одного из них убить? Жидкая бронза. Болевые точки? Не-не-не-не-не.
Это не будет билд на точке, это точно. Мы идем сюда вот на двух элиток. А, здесь тоже две элитки, но там костра нету. Акабека. Помоги мне, Акабека. Зачем я тебя хочу сыграть, Акабеку? Сврезать на следующий ход. Да? Или ну ее в баню это врезать. Прокать сейчас, чтобы не терять энергию. Попытаться убить одного на следующий ход, да. Билд на точке, да. Нет, билд на точке, да. Мы не будем делать. По-моему, это так себе идея. Вспышка. 39 урона, а здесь 24 урона отрезать. Подожди, как нам это надо сделать? Сначала добор сюда. Сюда врезать. Нам просто надо один удар на следующий ход вытащить, и все. Один, всего один. Спасибо, игра. А теперь надо подумать, бдительность или удар сюда. По-моему, мы играем безопаснее, играем бдительность, не изобретаем велосипед. У нас остался один часовой, и мы слили их достаточно быстро, чтобы теперь можно было не заморачиваться и спокойно одного оставшегося часового добить без всяких лишних этих маневров. Как-то вот так вот, да. Точки подходят только для снятия артефакта. В смысле? Типа больше нечем артефакты снимать, да? Коронный прием. Если единственная атака в вашей руке. Но это, наверное, как раз тот случай, когда карта за две энергии не совсем подходит нашему замечательному билду на глаз змека, да? Мы, наверное, ее немножко прорекламируем. И скажем... Коронный прием. Ты не для этой колоды, ты для другой колоды. Покупайте коронный прием все, кроме нашей колоды. В нашей колоде он лишний. Боевой псалом. Но особого смысла я в нем не вижу, в боевом псаломе. Пока что не вижу. Мы всех не убьем. Нет. Кстати, да, Амамори в начале игры, если что. Чуть-чуть пог. Маленький пог. Пока еще не полный пог, не фулл пог, но мини-пог. Духовный щит защитится. Духовный щит с глазом змека, по идее, огонь. Потому что глаз змека дает дополнительный добор, да? Подожди, его апнули? Он вроде раньше две защиты давал. Не улучшенный. И три улучшенный. Или я ошибаюсь? Возможно, я ошибаюсь. Ошибка, возможно, закралась в мои подсчеты. И на самом деле он всегда давал так много. Не знаю. Не уверен. Он был раньше ниже качеством. Ну, во-первых, да, его сделали этим. Ну, вот таким. Это факт. Но мне кажется, что он все-таки давал 3. Не знаю, могу ошибаться. Ой, 2 давал. Deus Ex Machina. Хочу ли я играть ногой с разворота здесь? Наверное, да, все равно. Пофиг, что мы пол колоды прокрутим. Без разницы. Гремлин все равно гад, даже в этой ситуации.
Даже с нашим имбабилдом Гремлин плохой человек. Вспышка, духовный щит. Что тут у меня? Василиса перемудрила. В принципе, вспышка, духовный щит на самом деле играет, потому что мы будем в гневе на следующий ход. Если мы вытащим ногой с разворота, это 40 урона. Сейчас мы урона не получим. Ну, получим, окей, я был неправ, получим. Обоссал духовную вспышку, щит, потом вспышку. Чуть-чуть повезло. Укладу. Не-не-не-не-не. Бесплатные карты неинтересны. Улучшите мне, пожалуйста. Наверное, поговорить с рукой лучше защита, чем духовный щит для нас. Хотя духовный щит неплох, но поговорить с рукой сильнее апгрейд. Правильно? Нам нежелательно быть в гневе на следующий ход. Но с другой стороны, скипнуть такой дамаг я тоже не могу. Нельзя. Кукла Дуву почти ваджра? Ну, кукла Дуву лучше ваджра. Так-то. Кукла Дуву всегда лучше ваджра. У тебя всегда одно, как минимум, проклятие в колоде. Ну и, соответственно, ты всегда предпочтешь иметь куклу Дуву, а не ваджру. Потому что ваджра тебе просто один силы дает, а кукла Дуву, ну, если у тебя будут лишние проклятия, ты можешь набрать много-много с куклы Дуву дамага. Ну, у нас не будет, потому что у нас само море. Хотя, черт его знает. Да, мы Гексадуха отсюда на третий ход убили. Немножко сильная колода. Снижает стоимость оставленных карт на один. По-моему, вот эта штука для глаза змея хорошо подходит, если мы возьмем карты, которые остаются. Приговор не нужен. Берем самообладание. Я что-то ожидал, что здесь глаз змея пройдет. Двойной дабл глаз. Все глаза всех змея. Чё, гулять так гулять, да, чат? Просто сегодня уже такой безумный этот день. Как бы можно взять пустую клетку, удалить два удара, бла-бла-бла, да-да, но кто будет так делать? Лутбокс! Больше лутбоксов, богу лутбоксов. Пески времени, бум. Реальность. Осветить. Аминь. Судьба. Закипающий гнев. И, конечно же, третий глаз. Присоединились к нашей вечеринке. Мне ничего из этого не нравится. Ни одна из этих карт не нравится, но... Типа, не то, чтобы меня кто-то спрашивал. Сказали, будешь такими картами играть. Ну, я... Типа, что ты делаешь? Сейчас мы пойдем удалим какую-нибудь из них. Черт с тобой, золотая рыбка. У нас, кстати, переходов нету между стойками. Следующее, что мы будем искать, это переходы между стойками всех видов. Потому что переходы между стойками рулят. Рулят очень-очень сильно. Нам их нужно много. И они должны быть все большие, красивые и вкусные. Словно вода. А если не словно вода?
Медитация. Медитация была бы хорошим переходом. Ну, молиться не подходит, озарение не очень с глазом. Мы скипаем. Мы пойдем искать дальше, дорогие карты. О! Где чат? Чат, эта игра не дает нам этот, как он называется-то, Рагнарёк. Где Рагнарёк? Рагнарёка-то и нет. Окей, вот она, вот он, внутренний покой, хотя бы что-то. Все еще нет Рагнарёка ни одного. Где хоть один? Мы можем взять кнехт. Кнехт очень хорош. Но надо заняться чисткой в рядах. Чистка в рядах, говорит. Кыш отсюда светить, наверное. Чем тебе Рагнарёк? В смысле? Рагнарёк, он знаешь, какой классный. Он делает тара-та-та-та-та. Рагнарёк говорит ту-ту-ту-ту-ту. Что я еще хочу? Пояс для зелий, набор инструментов. Набор инструментов — это всегда шанс на апофеоз, да? Я бы, наверное, забил бы на это дело. Пошел бы искать еще одну карту под удаление. Ставил бы золото. Пофиг. Давай мне инструменты. Гулять так гулять. Апофеоз в каждом бою. О, призрачность. Сегодня безумный день, я говорил. Я уже говорил, что сегодня какой-то очень странный день. Он просто чертовски странный. А, ну, мне кажется, что при... Или мне только кажется. А на самом деле призрачность для нас хорошо. Призрачность с глазом змея, ага. Да, 15 карт, у нас очень маленькая колода. Но мы так часто будем ее пропускать, призрачность. Она будет сгорать все время из-за глаза. Да. Пойдем вот сюда на элиток. Мы попробуем трех элиток затащить. Что я не хочу идти на одну элитку. Одной элитки мне мало. Линька. Не будет работать просто. Судейская натура тоже нам ничего не дает, да? По большому счету. Наверное, можно было закипающий гнев сыграть. Это, наверное, было бы лучше. Пофиг. Аминь, мой друг. Аминь тебе. Снова псалом. Реальность. Еще один закипающий гнев. Ну чё, билд на закипающий гнев, я так понимаю. Будем медленно закипать? Или быстро закипать? Бомба через три хода их убьет, а? Есть ли у нас три хода? Можем тайную технику взять и вытащить. В первый ход гарантировать себе что? Духовный щит? По-моему, мы играем бомбу. Бдительность. Хотя можно бдительность вспышку. Можно вспышку.
судьбу, бдительность, без духовного щита. Бдительность, духовный щит. Бомба, закипающий гнев, духовный щит. Медленный ход. У нас будет гнев на следующий ход. Да, сначала щит. Вы правильно говорите. Щит сразу взять. Да, сыграть. Прямо сразу, даже не думая. Щит мы играем точно. Слушай, мы, наверное, забьем на бомбу здесь. Если мы забьем на бомбу, мы можем, знаете, еще сыграть. А что нам дает забивание на бомбу? Закипающий гнев нам дает забивание на бомбу. И теперь на следующий ход у нас будет Акабека под закипающим гневом. И мы Аминем можем сделать массовую стрижку. 31 урона. Не так много, как я хотел. Мы же под слабостью, точно. Ну тогда сделать врезать, а не Аминь. Сделать врезать. Всю защиту получить. И Аминь сыграть потом последним. Вот в этого чувака сделать 31 урона, и потом Аминь. Да? Да. Закричали все вместе. Красота. Просто прекрасно. Звучит и выглядит как отличная вечеринка. Закипающий гнев — хорошая карта. Мы прям постоянно и с добором, и все. Манекен. Как я обожаю этот релик за всех персонажей, кроме лотоносца. Он реально не работает ни с одной картой, да? Класс. Можно его продать. Так, что бы я еще взял? Ну, ни метки, ни крещенда я бы не взял. Я бы, может быть, взял бы пустой кулак, но... Не знаю. Да, я его надо поменять на этот подарок Нлота. Ну, с лутбоксом так побитый манекен — это просто топовая комбо. Все мечтают. Я слышал, Джорбс в топ-рейтинге комбо-реликвий. Он как раз побитый манекен и ящик Пандоры. Сказал, что это номер один комбинация. Никто с ней ни разу не проигрывал. О, здесь реликвии очень хорошие. Здесь и фонарик, и вафля, и вся фигня. Ну, амулеты я бы не хотел, но... Дай мне пустой кулак. Дай мне этот пустой кулак. Я буду с пустым кулаком. Виу-виу, тревожная кнопка. Виу-виу. Очень тревожная. Что так все дешево? Что нынче цены какие-то. Нам нужен закипающий гнев здесь. Хотя мы и переходы в... Окей, что мы будем делать? Мне не нравится эта рука. Мы просто играем врезать, без ничего. Даже не играем закипающий гнев. Можем сыграть внутренний покой, пустой кулак. У нас будет две энергии. Можно сыграть, поговорить с рукой. Можно сыграть, знаешь что? Окей, перезагрузка. Мы ждем следующий ход. Первый ход был трэш. Первый ход не показался мне хорошим ходом. Знаешь что? Жидкую бронзу на тебя надо было выпить с самого первого хода. Ты гадская. Гадская, плохая энциклопедия. Что я ее боюсь, чат? Я боюсь энциклопедии. Я не боюсь никакого человека, но это ж вещь. Она меня пугает. На банку на шипы надо было вообще в первый ход. Что-то я тупанул.
что мы еще с тобой сделаем? Мы сделаем еще один закипающий гнев на будущее и самообладание. Мы останемся в гневе? Нет, мы перейдем в бдительность. Нам нет смысла оставаться в гневе, потому что мы все равно в него перейдем на следующий ход. 14 на 5 урона, ага. Мы-то ее можем убить сейчас. Мы не можем. Мы можем ее убить. 42 урона пески времени. Вопрос в том, хотим ли мы или мы хотим хильнуться. Что я могу сыграть? Внутренний покой. Тогда она будет 35 бить. Я могу сыграть внутренний покой. Обмануть реальность. Но это даст мало защиты. Короче, F. Срочные новости, да. Поступила информация, что некоторые вещи никогда не меняются. В последнее время в мире очень много изменений, и все постоянно вот так вот летит кувырком. Но наша служба новостей рада сообщить вам, дорогие зрители, есть вещи, которые никогда не меняются. Вы можете быть всегда уверены, если вы придете на стрим Варлока, рано или поздно он так мискликнет, что всем мискликам мисклик будет. Поэтому... вот, хорошо, когда есть уверенность в завтрашнем дне. Чего я... Что я положил в банку? Я аминь положил в банку. Гениально. Просто супер. Вообще просто огонь. Лучшая реликвия в лучшей банке. Окей. Гиря. Всеведение. Немножко имба. Чуть-чуть маленькая имбочка. О, аминь. В стартовой руке. Как раз то, что нужно, кстати. 22 урона. Массового. Но мне бы лучше в гнев перейти за кипающим гневом и на следующий ход фигануть массовый аминь. Так придется вспышку играть. Потом аминь. Что мы тут делаем вообще? Как мы это будем играть? Как мы будем играть этот ход? Какой-то странный ход. Сначала, наверное, руку, потом вспышку врезать. Убиваем одного. Нет, нам так не интересно. Нам дамаг сейчас больше нужен, чем защита от руки. Да? Нет. Защита от руки больше нужна. Теперь вспышку. Аминь на 28 бьет. Теперь мы хотим врезать сюда. Теперь гнев, а потом аминь. Правильно? Вроде да. Всеведение. Ну, штурвал капитана. Круто. Ничего не могу сказать. Штурвал капитана огонь. Гиря огонь. Вообще много чего в этой жизни огонь. Но аминь в стартовой руке это не огонь. Вот что точно не огонь, это аминь в стартовой руке. Вот это да, это... Здесь я прям ничего не могу сказать. Большому капитану большой штурвал.
Okay. Мы в сведения можем сыграть, врезать. Нам знаешь, как это надо сделать? Сейчас, смотри. Вспышка. Вспышка! Теперь в сведения наврезать. И немножко дамага нанесли. Чуть-чуть. Маленький дамаг. Маленький, зато свой. Что-то очень странное с этой колодой происходит. Да, сердце нам покажет, где зимуют все раки мира. Мы когда сердце дойдем, так оно такое: о, какие хорошие раки. Вкусные, наверное, свежие раки. Двадцать два урона. Играем в вспышку сейчас, чтобы Ал чуть-чуть длань сыграть. Жадность. Вся жадность. На мои 20 золота. Видим ли мы сердце? Я не знаю. Не задавай вопрос, на который не хочешь услышать ответ. У меня почему-то есть сомнения по этому поводу. Ну, слушай, пока что колода работает. Поклонение глаз змека. На поклонение нарисована сухая ветка. Поэтому это как минимум должна быть хорошая карта из-за того, что на ней нарисовано, правильно? Гость с разворота очень хорошо сама по себе. Надо брать, да. Ну, как мы можем не взять, если там ветка нарисована? А-а-а, змеет свет, привет. Здравствуй, змеет свет. Так рад тебя видеть. Ты не представляешь, как я тебя люблю, мой друг. Просто один из лучших друзей для меня. Я тебя обожаю. Страсть, как люблю. Чтоб тебя никогда не репостили ВКонтакте. Окей. Нам нужна рука, судьба. Всеведение не за три желательно. А, можно врезать просто, да? Просто врезать ему. А, я урон получил, все. Фига ли я урон. Окей, знаете что? По моим подсчетам я не должен был там урон получить. Но все ошибаются, да? Бронзовый автоматон. Слушай, мне ни разу ни одной нормальной карты здесь не пришло. Ну, я имею в виду, это нормальные карты, но это не те карты, которые нам нужны. Это максимум те карты, которых мы заслуживаем. Я же не знаю, что я бы я такое хотел в первый ход тут сыграть 100-500 раз. Ждем следующего хода. Не играем, аминь. Можем еще подождать, кульбит сыграть. Потом сыграть всеведение на аминь. Взять приговор и приговорить одного из этих. Что нам дает ожидание еще одного хода? Что мы получаем? Мы получаем штурвал. Можем сыграть поклонение и с кульбитом подождать и, возможно, перейти в божественность на следующий ход. Звучит как отличная вечеринка, ага. Не. Я у Коцар, держись там. Смотри, чтоб тебя не затопило. Сыграть кульбит.
Проще, наверное, дамажить сейчас. У нас много дамага. Мы теряем дамаг сейчас. Кульбит может пригодиться потом, попозже. Поэтому нет смысла с ним торопиться. Вообще никакого. Да. Я думаю, что мы делаем именно так. А на следующий ход у нас будет закипающий гнев. Двойной закипающий гнев. И вот на следующий ход всем места мало будет. Украл мое всеведение. Ха-ха-ха. Посмотри на мою руку. Она тебе ничего не напоминает? Возможно, твою смерть. Да. Куча карты, все так себе. У нас все, все карты. Двойной кульбит сыграть. Да. Двойной кульбит звучит как отличная вечеринка. Так, чем тебя добить таким не очень сильным? Мы можем его аминем добить. Вот кульбит есть. Аминь закончит ход, но на следующий ход у нас будет божественность. Поэтому мы можем закончить ход кульбитом, если мы хотим. Ой, аминем. Если мы закончим ход аминем, нам стоит сыграть пески времени на босса. Или закипающий гнев, чтобы было больше карт. В чем смысл двойного кульбита? Звучит весело. Звучит как отличная вечеринка. Наверное, это единственный смысл. Okay. В общем, я не хочу пески времени, я хочу закипающий гнев, внутренний покой и аминь. Я хочу уничтожить этого босса. Где мое поклонение? Так, один момент. И я смотрю, чтобы ничего не провтыкать. Вспышка не нужна. Духовный щит не нужен. Бдительность не нужна. Окей. Поклонение. Поехали. Врум. Если мы кульбит сыграем, мы останемся в божественности. Я просто не знаю, как это работает. Всеведение на кульбит. Нет, не останемся. Эх, плохая карта. Просто ужасная карта. Придется просто убить автоматона. Никакого интереса. Облик Девы. Или усвоенный урок. Можно учить уроки, можно облик Девы играть. Наверное, надо облик Девы брать, да, чат? Домик Содзу. Философский камень. Дева Пог. Мы сегодня мы, видимо, все-таки выиграем. Надеюсь. Берем камень и пофиг, да? Горит все синим пламенем. Содзу. У нас есть золото, мы можем зельки покупать. В домике Рагнарёк? Точно? Чат точно в домике Рагнарёк? Окей, чат говорит, что в домике Рагнарёк. Я верю чату. Чат, вы мне никогда не... Где Рагнарёк, чат? Чат, где Рагнарёк?
Чат меня обманул. Впервые. Такого раньше никогда не было. Здесь не могу поспорить. И у нас есть путь на, примерно на миллиард элиток. Мы идем по нему. А, кстати, знаешь, что нам нужно? Нам нужен ивент на 999 золота. Да. Пост надо играть только после девы. Не раньше девы. Что, какой-то плохой первый ход? Мягко говоря. Теперь у нас начнутся проблемы, да? Теперь игра мне отомстит за все. За все причиненные страдания. Всеведение облик Дева. Набросится больше добора, богу добора. О! 999 золота. Магазин. Вон он. Осталось до него дойти. Он близко. Ну же. Мы так близки. Всеведение. Всеведение поклонения, кстати, сразу дает божественность моментально. В первый ход. Выйти из себя. Нам нужны переходы между стойками, все независимо от нашего билда. Магазин? Потерять все за 1286 золота, чат. Купим реликвию. Вроде нормальная реликвия. Нет, всеведение. Нет, вы что? А? Мисплей. Что-то меня бьют. Больше гнева, богу гнева. Убей его, пожалуйста. Спасибо. Еще одни болевые точки, а? Окей. Нас, в принципе, может любая элитка убить. О! А, еще и беспредел-то. Хорошо-то как. Просто дамажь его. Даже не думай ни о чем. Просто играй весь дамаг. Now,
Судя по количеству денег, безлимитная карта досталась этой созерцающей. А ведь где-то там от голода умерла безмолвная. Рейнмар, спасибо тебе огромное за... Донат 48. Спасибо тебе большое, чувак, за поддержку. Слушай, ну, ничего в этой жизни не может быть справедливого. Кругом обман, кругом ложь. Все ложь. Вот смотри, даже здесь ложь. Вот сейчас будет... Божественность. А нужна ли она? Нужна ли она... Созерцающий, которая и так имба, у которой 1300 золота. У нее бы, наверное, и так все было хорошо в жизни, но нет. Конечно, мы ее так просто не отпустим. Мы ей дадим божественность еще сверху, глаз змека, а бедная безмолвная осталась лежать в канаве, пьяная, грязная. Ничего не выиграв. Да, правильно, второе всеведение созерцающий. Потому что ей мало всеведений. Одного мало, нужно 53 всеведения. Ну, а пойдем похилимся в костер. По большому счету, элиток мы можем игнорить. Нам главное добраться до магазина. Вот там мы гульнем нормально в магазине. Поэтому я здесь хилюсь на всякий случай. И надо не забыть про еще куски для... Не забыть про куски для этого. А, кстати, всеведения на облик эхо. Почему я не играю? На облик девы, простите. Что я туплю тут? Нам просто дойти до магазина. Мы там все купим. Все остальное нам сейчас без разницы. Да, если вы можете обратить внимание, у меня мозг уже потихоньку плавится. Ну как потихоньку? Достаточно быстро. Скорость плавления моего мозга, она прямо пропорциональна странности колоды за созерцающую. За нее колоды получаются просто такие... Я по-другому даже сказать ничего не могу. Дай мне всеведения. Где мои имба-карты? Ну что мне всеведения сыграть? Я не знаю. Я сыграю она врезать. Почему нет? Гулять так гулять. Все. И восковик из поезда угасает. Да, да. Вот что у меня примерно такое же, такие же ощущения. Я восковик из поезда, и у меня выгорание идет. Где мой Рагнарёк? Я жду и жду Рагнарёк. Рагнарёка нету и нету. Где Рагнарёк? Чат, мы идем на эту элитку. Господи. Ой, это Немезис, даже не смешно. Немезис, прости, мне очень жаль. Я не хотел этого делать. Но мне пришлось. Меня заставили. Немезис, прости. Где моя божественность? Зачем я божественность включил на первый ход на Немезисе? Хороший вопрос, да? Просто чудесный. Один из лучших вопросов. Ну, мы ему снесли много хп. Наверное, нам не надо было энергию сделать. Мне 100% надо было сделать энергию. Что мы ему сейчас дамаг наносить не можем. Что, в принципе, абсолютно без разницы, потому что есть 53 всеведения в колоде, но... Как бы... Обидно было бы из-за такой глупости слиться на нем.
Сначала играем, потом думаем. Да, примерно в таком режиме. В данный момент я работаю. Здесь ничего не могу сказать. Факт есть факт. Пески времени. Мы его не убьем, а? Он не хочет умирать. Какой козел. Наверное, мы вспышкой могли его убить там. 45 урона. Он все-таки нас достал. Гад. Подожди. Можно ли сделать 13 ударов по Немезису? То есть как-нибудь по-хитрому применить здесь всеведение. Наверное, правильный ответ на этот вопрос — нет. Нет, 100% верный ответ. Ну. Здесь вообще защита есть какая-нибудь, товарищ капитан? Ни одной защитной карты, а? Врезать на 2 защиты. Огонь. Я имею в виду, вы видите, какие противники нам попадаются, чат? Здесь даже... Мы играли за эту... Мы играли за безмолвную, и у нее попадались сплошные... Подожди, ты сколько урона будешь наносить? Ты не 40 будешь бить, ты будешь бить меньше. У нее там сплошные какие-то имбы попадались, противники. Здесь же... Вот эти сферические стражи. А там... Этот, как его... Как тот мужик называется, который нас убил? Тот цветок, то еще что-то. В общем, жесть какая-то. Поклонение, зачем ты мне пришло в руку? Я тебя хотел всеведением сыграть. Йоу, всеведением сыграть двойное всеведение. О, кстати, это очень хорошая идея. Мы можем всеведением играть всеведение. И тогда за одно всеведение ты сыграешь два всеведения. По-моему, это отличный план. Возможно, один из лучших планов. Мне нужен ключ. Спасибо за ядовитое яйцо. Очень вовремя. Как раз к последнему магазину. Итак, у нас есть все деньги. Рагнарёк! Это не может сходить ему с рук. Это не может сходить ему с рук. Он вытащил Рагнарёк. Ему даже не стыдно. Ублюдок. Что мы уберем из этой колоды? Что мне здесь не нравится? Что плохое и некрасивое? И вообще не, никак с нами не хочет сотрудничать. Какая из этих карт смотрит? Смотрит нам в глаза и говорит: убери меня. Убери меня прямо сейчас. Давай, убирай. Даже не знаю. В принципе, они все неплохие. Пустой кулак. Да. Пустой кулак действительно не очень. Потому что он нас будет из божественности выводить.
Нам всегда, конечно, выгоднее сыграть внутренний покой, чем пустой кулак. Но он все равно будет полезен, потому что, скорее всего, мы еще возьмем непоколебимость, несмотря на то, что... Ну, я имею в виду, у нас еще 600 золота осталось. Куда-то его тратить надо, нет? Ты его убирай, ты про него забываешь. Кстати, неплохая идея. Третий глаз мне нравится. Не знаю, нужно ли нам два закипающих гнева. Вспышка. Вспышка, наверное, хуже всего, да. Закипающий гнев мы всегда захотим вместо вспышки играть. Самообладание выкинуть. Самообладание выкинуть. Не. Ну, в принципе, да. Ну, его в баню. Вдруг птичка. И вопрос, нужно ли мне на мановение руки? В принципе, стабильный источник слабости звучит как отличная вечеринка. Ну, а остальное золото оставляем. Может, там повезет, не повезет, никто не знает. Может быть, оно там пригодится, может, мы умрем на таймлорде в первый ход. Никто не знает будущего, не может знать. Но мы точно можем добить таймлорда дланью, это факт. Всеведение на всеведение. И всеми этими всеведениями сыграть сразу божественность в первый ход. Всеведение на всеведение, играем поклонение всеведением. И потом сразу Рагнарёк, пока мы под Акабека. Да? Всеведение. Делаем на всеведение. Одним всеведением включаем божественность. А потом делаем Рагнарёк. Удачного стрима. Продолжай дальше снимать такой контент. Всегда будь на позитиве. Йоу! DT Lucifer Beats. Спасибо тебе огромное за донат. 70. Спасибо тебе большое, чувак. За поддержку. Рад, что тебе нравится. И погнали. Стой. Это еще не все. Зелье богатыря. Я чуть не забыл. Зелье богатыря. Всеведение. На всеведение. Всеведение. На поклонение. Второе всеведение на Рагнарёк. О, это всего лишь нанесет 150 урона, у него 480 хп. Простите, что? Окей. Так, беспредел, оковы. Ну, беспредел на донной дека. И то же самое еще раз просто сделать надо. Оковы. Вы забываете, чат, кто считал. У нас же еще Гиря и Кукла Дуву. Вы про них забыли. И про Акабека. По-моему, мы здесь играем беспредел. Ну, возьмем его, посмотрим. Эх, нету. Товарищ капитан, где мой? Где мое всеведение на всеведение на всеведение? Нет всеведения на всеведение. Нас обманули. Все плохо.
Как мы можем это еще раз замутить, что-то подобное, если мы сейчас скипнем и не будем играть в атаке? Есть шанс? Где-то здесь есть шанс на это? Ну, Рагнарёк нам уже не достать будет, вот в чем проблема. Рагнарёка ушла. Рагнарёку надо просто так сейчас играть, просто чтобы играть Сакабека. Не очень выгодно, да. Ну ничего, лучше Рагнарёка мы здесь все равно не сыграем. Это наш лучший плей. Не так впечатляюще было, но я имею в виду. Что ты будешь делать в данной ситуации? Всеведений все еще нету. Уиу-уиу-уиу. Хьюстон, у нас проблемы. Всеведений-то нет. Кто-то забрал всеведения, не отдает их нам. Problem intensifies. Духовный щит пришел. Вау, посмотрите. Чат, вы это видите? Что это такое? Это было... В первом бою у нас было full lucky, здесь full anti-lucky. Просто... жесть. Хорошо, как мы будем тогда с этим играть? Вспышка, бдительность, неплохой ход. Вспышка, духовный щит. Ну, с духовным щитом мы урона не получим. У нас будет вот это на следующий ход. Вот это жесть. Но дело в том, что мы в себе едим, например, облик не сыграем. Можно наброситься в вспышку. По-моему, мы опять тянем время, короче. Духовный щит, не делаем ничего, потому что нам особо ничего было не сделать. Мы теряем время, Дон убафается. Окей, есть всеведения за ноль. Итак. Есть два всеведения. Мы можем замутить Рагнарёк, короче, сейчас. Не такой уж прям Омега Рагнарёк, но... Ну, такой... Мини-Рагнарёк. Ну когда у нас еще шанс будет, правильно? Какие у нас альтернативы? Не знаю, мне больше ничего не нравится, никакой плей. Делаем. Ой. Подожди. Может сначала по мановению руки сыграть, чтобы с них все устойчивость к дебафам слетели. Да, мы сыграем поклонение и Рагнарёк. Но сначала по мановению руки, чтобы сбивать устойчивость к дебафам. Так ли она нам нужна? Нам лучше деф сыграть. Да, всеведение. Где он? Я потерял. Поклонение. Божественность пошла. Теперь всеведение. Рагнарёк. Какой-то, как-то он очень ровно поделился. Прямо супер ровно. По-моему, мы кидаем дамаг сейчас на деку, чтобы убить его на следующий ход. Потому что Дону-то на следующий ход будет атаковать деку.
Нам нужно что-то типа вот этого вот. Убить всех Дон и Дек. Кыш. Кыш. Уйди с моей танцевальной площадки, блин. Ну, 53 хп. Чё он такой злой? Сейчас он меня убьет на следующий ход, чат. Скажите ему. Глаз Змека опять нам мстит за все, что мы ему сделали. Но у нас не хватит урона, чтобы его убить под гневом. Мы точно можем сыграть пост здесь. Стоп. Сначала, наверное, духовный щит, да. А, подожди, убиваем. Все. Отставить панику, все нормально. Все хорошо. Не зря мы решили за созерцающую под конец побегать. Она огонь оказалась. Есть тут что-то такое, чтобы я хотел сковать? Рагнарёк, пост. Или плюс один силы важнее? Потому что плюс один силы бафнет все. Рагнарёк. Все голоса за Рагнарёк. Ну окей. Рагнарёк — это весело. Я согласен с вами, чат. Что это такое? Золотое око. Хрень какая. У нас есть скидка. Скидка вовремя. Очень вовремя. Прямо самое время пару скидочек получить. И жир Змека. Жир. Хороший Змека, жирный. Еще одна зелька шипов. Думаете, еще одну зельку шипов? 9 шипов на сердце. Ну, слушай, звучит как отличная вечеринка. Нам особо не надо будет дамажить. Нам нужна защита. Нам на сердце будет писец, честно говоря. Это больше фановая колода, чем победная. Сейчас мне на 1 минуту надо отойти. Я свернусь. Я приношу извинения, но мне нужно сходить в туалет. Я быстро. Я вернулся. Я прошу прощения, что на самом интересном месте в туалет бегаю, но, честно, моя бы воля, я бы туда вообще не ходил.
Так. Чего мы тут хотели брать? Еще одну зелье шипов, да? Чего уж, типа... Типа, убей сердце, просто посмотрев на него. И... Великолепие, хороший дамаг, но я не знаю, нужен ли он нам. Пост даст ловкость. Как мы будем не умирать на сердце? Чат. Будем брать пост и ловкость. Но мы, если будем дефаться, мы будем дефаться рукой и этими рагнарёком по руке. И дальше мы будем дефаться этим духовным щитом. На нем ловкость не очень. И врезать. Поэтому не знаю, насколько пост актуален. Да, на сердце, может быть, надо бы двойную руку или что-то типа того играть. Просто все вот эти посты, великолепие, это все, конечно, весело. Давай лучше посмотрим, кто лишний на этом замечательном поезде победы. Кто нам не нужен? Возможно, нам вспышка не нужна. У нас останется всего два закипающих гнева. Закипающий гнев очень крутая вещь. Аминь. Убрать аминь, да, чтобы он в стартовой руке не переходил. Кстати, это, наверное, хорошая идея. Это, наверное, неплохая идея. Подожди, я не могу его убрать, потому что он в банке лежит. Я не могу удалить его, да? Я же не тормоз. Его невозможно удалить. Выпустите меня отсюда. Бра. В таком случае... Действительно, наверное, вспышка. Самая медленная карта из всех. Окей, пошли посмотрим, что здесь будет. Возможно, страж нас шотнут там на второй ход или что-то такое. Кнопка. Защита от карт два хода. Интересно, как это работает? Это работает так, как я думаю. Это включает в себя врезать, наверное. Наверное, да. Okay, у нас есть Рагнарёк. Но нету... Нет ни одного всеведения, к сожалению. Есть пост с Рагнарёком, что тоже неплохой дамаг даст. Можно пост, Рагнарёк. 17 на 6 урона. Это, конечно, ну, не понадобится и не убьет никого здесь. Пост Рагнарёк. Но Рагнарёк все равно надо играть. Будет 20 на 6 урона в Рагнарёке, если мы играем пост. 20 умножить на 6. 120 урона рандомно распределенного. Выглядит на самом деле как очень неплохая вечеринка. Очень хорошая вечеринка. Смотря куда они прилетят. В принципе... После этого у нас останется еще три энергии. У нас останется пески и аминь. Либо разрезать судьбу и плюс еще мгновенный удар. Можно будет добить одного из них песком. Останемся без одной энергии, да. Но это максимальное, что мы можем сделать в первый ход здесь. Ну, рандом. Рандом тащи. Рандом затащил. Ну, можно сказать, что рандом затащил.
Мы даже можем Аминни играть. Мы минусанули. Мы не того минусанули, кого мы хотели бы минусануть. Честно говоря. Мы хотели бы минусануть копье. В идеале. А не щита. Ну, типа, что есть, то есть, да. Наверное, разрезать судьбу, чтобы профильтровать следующий ход. Например, нам ни то, ни другое не нужно, наверное. Нам нужно всеведение и фигануть что-нибудь такое сильное на следующий ход. Две энергии, капитан. Окей, всеведение есть. 40 урона. Всеведение. Всеведение на всеведение наврезать. И перейти бы в гнев. Никак. Всеведение на всеведение. Всеведением сыграть врезать и облик девы. Или духовный щит. Йоу, два шпрехталмайстера. Спасибо тебе огромное за донат, 10 сердечком. Отдам буквально последние 10 рублей на то, чтобы прокачивать твою риторику. Шпрехталмайстер. Кстати, это тот, кто в цирке объявляет всякие шутки. Образовательно. Ну да ладно. Удачи. Все дела. Держу тебя за тебя кулачки, как на закипающем гневе. Йоу. Спасибо тебе огромное. Два шпрехталмайстера. За донат. Спасибо, что держишь кулачки. Сейчас мы затащим. Даже не думай об этом. Непоколебимость. Бдительность. Всеведение. Всеведение на всеведение. И на врезать. Просто он остался один. Мы его добьем каким-нибудь закипающим гневом. Я не знаю, насколько нам нужен облик. Действительно нужен, прямо. Энергии не хватит. В смысле, непоколебимость и куча всеведений. Почему не хватит энергии? Чат, чего вы меня пугаете тут? Две энергии, от две энергии непоколебимость. Вы что-то меня этот... Непоколебимость, бдительность... А, да, сейчас мисплей был бы. Спасибо, чат. Спасибо, что следите за мной и моими глупостями. Я очень вам благодарен. Сейчас был бы мисплей, да, хороший такой. Хороший мисплей, жирный был бы. Ох, такого-то мисплея давно мир не видывал. Нам точно нужно врезать. И либо духовный щит, либо облик. По-моему, облик нам нужен, да. Что мы вот защиты достаточно получим, и так у нас теперь и облик еще будет. Все нормально. Все в полном порядке. Ни одного мисплея. Как батя и приказал. Без мисплеев. Рагнарёк. Тебе копье. Дамару дает один мантры в начале хода. О, вау. Стри. Все карты, которые у нас уже есть. Песок, закипающий гнев, ногой с разворота. Честно, я не знаю, нужен ли нам песок. У нас будет 9 шипов на этом сердце. Нам просто нужно будет прожить. Я не думаю, что нам нужно набирать еще дамага. Тест на вирус. То еще удовольствие. Пробовать не советую. Уф. Запихивают в нос мини-ёрш. 1 сантиметра, это к на 3.
По ощущениям, как на шатыря нюхнуть. И не надо спрашивать, зачем я нюхал на шатырь. П.С. Пост-рагнарёк. Это производная от пост-рока. Рейнмор, спасибо тебе огромное за донат. Спасибо тебе большое за донат, чувак. За поддержку. Сочувствую твоему тесту. Я думал, они кровь берут. А они, оказывается, ерши суют. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Я когда-то в детстве мне такое делали. Что-то подобное. Я очень редко хожу в больницу. Если вы не заметили. Стараюсь не болеть. Сочувствую. Держись. Пост-рагнарёк. Это производная пост-рока. О, да. Панк-рагнарёк. По-моему, мы ничего не берем, чат. Мы не берем здесь ничего. Потому что все зарешают эти два зелья. По идее, должны. Вроде как. Вот это было абсолютно бесполезно весь забег. Вот это вот. Весь забег было бесполезно. Трансмутации вытащить апофеоз, а? Ну, лучше, чем все остальное. О, у нас есть всеведения. Всеведения на всеведения на всеведения. Итак, мы делаем... Нам сейчас нужен плей, который выиграет нам игру. Мы можем две карты разыграть бесплатно, потому что у нас есть всеведения на всеведения. И это должен быть не Рагнарёк. Потому что мы все равно не убьем сердце. Ну, нам бы хватило урона, если бы мы фулл дамаг замутили, но... Нам это не нужно. Всеведение облик, всеведение пост. Плюс 6 ловки. Плюс... и энергию возвращаем туда, куда нужно. Либо альтернативно две руки и облик. Две руки дадут нам 6 блока за каждую атаку. Как лучше? Нам точно дева нужна, 100%. Но рука с Рагнарёком дает нам такой блок офигительный, просто бомбовый. Пост даст нам 3 ловкости, 3 силы. Ну что мы будем делать с этой ловкостью? У нас с ней ничего не работает. Вам надо руку играть. По-моему, надо руку играть, чат. Мы сыграем врезать, чтобы сейчас не получить урона. Ну, потому что нам не важно. Ну, нам не так важно оставить Акабека на этот... На дамаг. То есть сначала врезать просто, чтобы... Ну, мы сейчас не получали урон. И теперь мы играем всеведение на всеведение. Всеведение облик. Всеведение, рука. Окей. Вроде бы сделали. Нужен ли мне закипающий гнев здесь? Так, закипающий гнев даст плюс 2 карты. Есть ли у нас здесь выходы из стоек впереди? У нас есть бдительность. Все. И все, товарищ капитан. По-моему, мы не играем здесь закипающий гнев. То есть это заманчиво, потому что плюс 3 карты. Подожди. С глазом змея мы вытаскиваем 7 карт. С закипающим гневом мы вытащим 10 карт. Десять карт. Не одну, не две. 10. Все 10. Для духовного щита очень хорошо.
Ну, в принципе, и все. Но зная нашу удачу, именно сейчас мы не вытащим бдительность. Играть трансмутацию, но она нам ничего не даст. Она за ноль энергии, она даст ровно ничего. Она бесполезна. Я думаю, мы не будем рисковать с закипающим гневом, но его в баню. Пускай идет нафиг. Ну, не фул рука статусов, и то хорошо. Время поста пришло, наверное, да? О, мы хотим по мановению руки здесь 100%. Окей. Мы хотим так. Как, в каком порядке мы хотим это сыграть? У нас 5 энергии, у нас есть энергия. Мы хотим ногой с разворота, чтобы добрать больше карт, чтобы духовный щит был сильнее. Но мы не можем сыграть ногой с разворота, духовный щит и по мановению руки. Мы можем сыграть мановение руки, духовный щит, третий глаз, пост. Я? Их been there good? А если бездна прилетит? Нам все равно хватит. Мне хватит, если бездна прилетит. Ну, будем надеяться, что не прилетит, что я могу сказать. А, она не прилетит, что она прилетит? Духовный щит, по мановению руки, третий глаз. Или... Подожди. Если мы играем по мановению руки, духовный щит, третий глаз, мы теряем чуть дефа, но мы выигрываем потом, в том плане, что мы получаем... четыре хода... слабости. То есть это этот ход, второй. Мы на один ход, там будет слабость на один ход атаки. Да, стакаем слабость. Слабость выгодно настакать здесь. Окей. Мы можем головокружение сбросить, оставить непоколебимость Рагнарёк. Рагнарёк даст нам тонну защиты на следующий ход. Духовный щит. Окей. Мы получим урон, но на следующий ход мы в безопасности из-за Рагнарёка. Ну, в общем. А, и плюс штурвал капитана. Хорошо, что мы все бездны здесь вытащили. Очень хорошо. Мы тут можем повеселиться и сыграть и закипающий гнев, и всю фигню. Смотри. Непоколебимость. Мы играем. Слизь не играем. Ну, я в баню. Закипающий гнев на следующий ход, то, что нужно. Обмануть реальность, составить нам карту на потом. И Рагнарёк. Перфекто. Идеально. Так. Самое время накинуть на сердце немножко уязвимости, к примеру, да? У нас есть для этого энергия. Вот поклонение... О, мы в божественность на следующий ход перейдем, кстати. Если сыграем поклонение сейчас. Заманчиво-то как. Оно на следующий ход будет под слабостью. И у нас есть шанс Рагнарёка. Два закипающих гнева, да, короче, фул, все. Ну, два гнева нам не нужно, нам одного хватит, да. Окей. Уязвимость накинуть выгодно. Уязвимость выгодно накинуть. 5 ходов уязвимости, это норм. У нас еще 5 энергии. Можем и пески сыграть здесь. На 78 урона. И, в принципе, мы можем ногой с разворота играть. Я боюсь Рагнарёк сейчас вытащить. Вот он бы сейчас очень был не нужен. И Рагнарёк, и
и духовный щит. Вот совсем они не нужны. Вот меньше всего они мне нужны на этот ход. Мы можем чекнуть третьим глазом. Но у нас тогда не будет энергии, чтобы сыграть ногой с разворотом. Нам все равно стоит чекнуть третьим глазом, что будет на следующий ход. Но тогда нам не хватит энергии, не хватит, чтобы сыграть поклонение. Божественность на следующий ход рулит. Очень рулит. Это много энергии, и это тройной дамаг на следующий ход. Но нам бы сейчас лимит выбить, а не на следующий ход. Нам бы сейчас лимит выбить. А смысл нам сейчас лимит выбивать? Чтобы за два хода убить сердце, нам нужно нанести сейчас еще 50 урона. Чтобы мы могли за два хода убить сердце, нам нужно нанести ему 52 урона сейчас. То есть нам нужно сыграть не пустой кулак, а ногой с разворота. Кулак и поклонение не хватает на убийство. Закипающий мы сыграем, он 0 стоит. Мясо мигает, потому что оно, ну, типа активировалось. Кулак не выбивает достаточно. Если мы сыграем кулак, нам не хватит потом, чтобы через ход убить сердце. Бля. Не нанесешь 200 урона без божественности. Тоже есть такое дело. Рагнарёк нанесет. Нет? Нет, не нанесет. Ладно, по-моему, божественность все равно выгодна на следующий ход. Два урона не хватит, если что. Если мы умрем, и у него останется 2 хп. Окей, у нас весь деф пришел здесь. Следующий ход будет духовный щит. И мы сделаем 2 обмануть реальность себя. О, трансмутация на 13 энергии. То, что нужно. О, подожди, а мы не можем на него ли повесить сейчас еще слабость на следующий ход? Мгновение руки, бдительность, пристанище. Можем. Я бы не хотел пристанище тратить. Нет, стоп. Мгновение руки, Рагнарёк. Повесит на него миллиарда слабости. Когда вы получаете защиту. Да, по мановению руки Рагнарёк дает 1 000 000 слабости. Да. Да. Все верно. Норм. Работает. Бдительность. Окей. Трансмутацию и попробовать вытащить апофеоз. Что он бы с духовным щитом наработал на следующий ход. Там будет 2 гадских. Окей. Сначала. Еще один момент. Нам нужно разрезать судьбу и скинуть вот эти вот шняги, да. И внутренний покой тоже можно убрать оттуда, он нам не нужен. Мы можем вытащить эти 3 карты сейчас и попробовать на следующий ход вытащить врезать, Рагнарёки и все остальное, что для нас мега имба. Нам прожить просто следующий ход, мы его убиваем. Насколько нам духовный щит на следующий ход важен?
Духовный щит должен быть лучше, чем возможность, теоретическая возможность вытащить, врезать. А? Особенно учитывая, что у нас ловкость есть. Просто убираем слизи, все. И не играем трансмутацию. Сорок пять урона, да. Ой, мы его убили. Тут да, даже можно не думать. Даже бедное сердце. Сердце нет. О, шипы. Йоу, какой забег. Какой забег. Огоньский. Я был здесь. Я был здесь, чат. Мы это сделали. Отличный, отличный сегодня Slay the Spire, просто муа. Какие забеги безумные были. Спасибо вам, чат, спасибо вам, громадное. Мы все-таки сделали, и не просто это сделали. Мы сделали это очередной сумасшедшей колодой. С глазом змека, конечно, но... Это была не просто колода с глазом змека, с глазом змека со старта. Боги льются с небес. Очень круто. Нормальная колода. Да, нормальная. Просто нормальная. Ничего лишнего. Просто немножко, немножко нормальная колода, которая 20-е возвышение порвала в тряпку. Сваншотила таймлорда в первый ход. Ну, нормальная такая. Ну, ничего особенного. Я каждый день утром собираю три колоды лучше. О, огонь, огонь, спасибо вам, громадный чат. Глаз и лутбокс, да. А, да, лутбокс тут еще был. Точно, точно, но точно. За слепую каждая вторая колода, так, вторая колода такая. Слушай, ну у нее много очень интересных колод получается. Да, у нас манекен, манекен затащил чат. Манекен имба.